на весь крутой стенд Makeup Revolution помады всего в двух цветах. Кейк и фадж. Все. А весь наш выбор. Makeup Revolution палетки. Сегодня я с новинкой, подарочком от Альмиры. Вот такой вот помада-карандаш от Maybelline. Называется Super Stay in Crayon. В номере 25 Stay Exceptional. Кстати говоря, название остается на крышечке. То есть, если вы не запомнили название, то все. Помада очень красивая, но, знаете, более матовая. То есть, для многих, может быть, надо будет наносить на гигиеничку. Вот, посмотрим, как будет носиться этот цвет. Предыдущий цвет у меня носился замечательно. Наконец-то мы идем гулять вечером с помадкой от MAC. Кстати говоря, это миниатюрка в номере 20, лилак. Девочки, ну скажите, что она похожа с той помадой, которая была сегодня утром от Maybelline. Я все время обещаю сделать аналоги помад, и все время у меня не доходят до этого руки. Мне кажется, что надо потихонечку, да, подходить и собирать аналоги более дешевых и более дорогих продуктов. У меня продолжается сиреневато-лиловый припадок. Не могу остановиться. Уже, по-моему, перебрала все свои палетки с сиреневыми тенями. И сегодня у меня помадка от Avon в названии Perfection. Это такая, девочки, знаете, а-ля мат помадка. Наносится кремово, держится хорошо и совершенно не сушит губы. Это как раз то, что нам надо под маску. Конец января. Мы вышли на прогулочку, а там пост, блокпост проверяет, куда едешь, по какой причине, каждую машину останавливают, спрашивают. Если едешь конкретно по делам, что-то серьезное, хорошо, нет, разворачивают, едь обратно, не пускают. На выходе, на выезде и на въезде пост. Иду выгуливать помадку MAC, и на этот раз, девочки, это реально MAC, в названии Townie Pink 10. Кстати говоря, вчера я ошиблась. На помадку от Bobbi Brown я сказала, что это MAC. Бывает. Используем одно, а думаем другое. Спасибо тем, кто заметил и написал мне. Хочу вам показать сегодня помадку, которую использую вместо домашнего бальзама. Посмотрите, что с ней створилось. Это помадка от Oriflame. Кстати говоря, она у меня как бы одна из старых в коллекции, она была самой первой. Из Oriflame название Vintage Rose. Номер я подпишу, я даже не знаю, ли их еще продают. Но эта, девочки, очень нежная помадка, ей очень тяжело у нас. Но так вот я буду использовать ее и многие другие, так что ждите скоро на канале, у меня будет объяснение этим помадкам. Ну а выгуливать сегодня буду мою помадку-карандаш. От фирмы Essence, номере 02, Peony Star. Кстати говоря, девочки, сейчас на мне проект закончить. Тени, карандаш, румяшки, хайлайтер и помада. Как вам это нравится? Да, как бы не хотелось, но вот так вот сама рука потянулась к этим продуктам, и получился вот такой вот макияж из проекта закончить. Ура, ура! Я наконец-то засняла первый проект этого года. Вот так у нас во дворе, там, где стоят машины рядом, цветет алоэ. Я, например, вижу в первый раз, хотя здесь живу уже много лет. Отсняла еще один проект, который называется «Использовать чаще». Скоро, скоро вы его увидите. Иду выгуливать пробничек от Avon. Название Beaten Apple. Девочки, было уже тяжело накрасить, потому что видите, как помадка уже у пластмасски, и с некоторой стороны, знаешь, одной стороной красишь, другой стираешь. Надо уже наносить ее кисточкой. Цвет очень красивый. Кстати говоря, наверное, как полумат. Хотя она кремовая, губы не сушит, но я думаю, что она заявлена как полумат. К сожалению, не знаю, какие это линейки, ничего об этом не знаю, просто балдею от пробничков. Рука сама тянется к этой помадке, девочки, Avon, название Blushing Beauty. У меня есть полноразмерка, поэтому я спокойно могу добивать пробничек до конца.
Вот самое интересное в этой помадке, что ты, когда ее красишь, она такая более розоватая. А потом, когда немножечко проходит время, она как бы проявляется, становится немножко в сиреневинку. Очень красивый цвет, подойдет под многое настроение, под разные макияжи. Просто шикарная, пришикарная помада. Цвет отличный. У нас уже похолодало. Плюс 13, утепляемся в свитер и идем гулять с помадкой от Oriflame. Вернее, сказать, пробничком номер 942. Очень приятная такая фуксия, но не кричащая. Вау, вот это сюрприз! Посылочка, о которой я даже и не знала, пришла от Мариши. А огромное-преогромное тебе спасибо. Посмотрите, какая она огромная. Огроменная, тяжеленная посылочка. Сейчас будем открывать и смотреть, что там интересного. Сегодня я с пробничком от Faberlic. Девочка очень нежная. Вообще полупрозрачная. Такое ощущение, как бальзам с цветом. В номере 420-36 или 46-17. У меня, кстати говоря, есть похожий тоже Faberlic в другом проекте. Но там цвет отличается. Там идет цвет в ржинку. А здесь она такая более розовая, нежная. Вот это более такая летняя помада. Шикарная. Вот у тех, кого летом солнечно, но не очень жарко, она замечательно подойдет. Еще один проект. Как можно не устраивать кучу проектов, когда есть столько помад? Проект закончить за 2021. Скоро-скоро на канале. Пока перемешивала помадку свою для проекта закончить. Вы помните вот эту мою помадку Самовар? Я перемешала ее еще с помадкой от Clarins. И сюда же добавила бальзам для губ от Christian Dior, который увеличит губы. Щипит сейчас капец. Но цвет, мне кажется, получился шикарный. Кстати говоря, вот это все, что у меня не получилось отсюда домазать, да, вы выложите в пробничек, вы это потом увидите в моем ролике. Поэтому отсюда все, что осталось, я еще буду докрашивать. Цвет, мне кажется, получился замечательный. Даже если бы хотели купить такой в магазине, да, надо будет еще поискать. Ну что, пора запускать проект полным ходом. И помадка из проекта в номере 904 от фирмы Caroline. Вот зимой для нее самая та погода. Летом, конечно, без карандаша это нельзя, иначе она вся растечется. Несколько дней буду использовать свою помадку Самовар. Как вы видите, у меня осталось только тут на стеночках вымазать. Но, во-первых, мне очень понравился цвет, который получился. А, во-вторых, мне нравится, как оно так приятно пощипывает. Из-за того, что там было немножечко бальзама, да, на все это количество помады, вышло чуть-чуть бальзама, вот этого, который увеличивает губы и пощипывает. И поэтому сейчас получается как бы его чуть меньше, если бы я красила им напрямую. И получается такое легкое-легкое пощипывание, так прикольненько. Короче, пока я не вымажу вот это вот все, я, видимо, не успокоюсь. Идем поработать с помадкой от Manhattan в номере 320 Crushed Cinnamon. И мне нравится эта линейка All in One Lipstick. Все в одной помаде. Что они имели в виду? Наверное, помада, бальзам. И что может быть еще? Карандаш. Очень красивый цвет. И, кстати, ее очень легко нанести без карандаша. Отвечаю на комментарии в Инстаграм. Девочки, все буду вымазывать по всем, да, сторонкам, по дну. Вот у меня осталось уже на дне. Со сторонок, как говорится, да, я уже вымазалась, осталось только дно. Конечно, конечно, я буду вымазывать до самого конца. Ну а теперь у меня встречный вопрос. Вы хоть раз пытались закончить хоть одну помаду до самого конца? Не до пластмасски, а реально до самого конца. Напишите мне, пожалуйста, а может еще и пришлите фотки. У нас выросло что-то непонятное на участке. Вообще ума не могу предположить, что это, блин. Что это вообще за растение? О чем оно? Про кого оно? Выглядит жутко и непонятно. Да гриб какой-то или это какая-то пальма. Что это вообще? Что это вообще?
жуткая тема. Надо будет обязательно посмотреть, как оно будет развиваться. Очень похоже. Посмотри. Ну, чуть-чуть, это чуть-чуть светлее. Класс. Так, что сегодня папаня будет обедать? Рассольник. Потом пюре со спаржей и печенкой. И еще пюре с томатной подливкой. Вот, сок с этой облепихи. И всего за это все мы платим 28 гривен 1 копейка.